Документы о своем выдвижении и все необходимые подписи Кондратьев подал около месяца назад. После проверки в Краевом избиркоме их признали достоверными и зарегистрировали. Напомню, что кандидатуру Кондратьева выдвинула «Единая Россия». Всего же на должность губернатора планируют баллотироваться 6 человек. Михаил Абрамян от партии коммунистов России, Николай Осадчий от КПРФ. «Справедливая Россия» выдвигает Андрея Руденко, «Социальная защита» Виктора Пономарева. И от ЛДПР на выборах собирается побороться Сергей Фисюк. Окончательный же список всех кандидатов будет представлен в начале августа, после того, как они подадут документы и пройдут регистрацию.